Конечно, я прежде всего по долгу гостя должен поблагодарить президента Сербии Бориса Тадича за приглашение посетить Сербию в этот особый день, в день 65-летия освобождения Белграда от фашистских захватчиков. Эта дата, как и некоторые другие даты, всегда будет объединять наши народы. Мы вместе сражались против фашизма и вместе занимались созданием независимых государств. Мы вот когда обсуждали эту тему в узком составе, господин президент, на мой взгляд, сказал очень правильную фразу. Он сказал, что независимо от того, кто будет возглавлять Российскую Федерацию или Сербию, эта дата, она всегда будет абсолютно объединяющей наши страны, и, будем надеяться, абсолютно одинаково будет оцениваться нашими последователями, нашими потомками. Великая победа действительно наше общее достояние. Сегодня мы возложим венки к мемориалу на кладбище освободителей Белграда, отдадим дань уважения и воинам Народно-освободительной армии Югославии, и Советской армии, которые погибли за свободу и независимость наших стран, которые погибли за освобождение Европы. Я уверен, что эти страницы навсегда останутся в памяти благодарных потомков.